Красноярске резко подорожал бензин. На заправках сети 25 часов на 50 копеек подорожало топливо марки АИ-92. Теперь его стоимость составляет 33 рубля 70 копеек за литр. Стоимость 95-го бензина также увеличилась на 50 копеек. Он стоит 36 рублей 90 копеек. Напомним, что последний раз бензин на красноярских заправках дорожал в ноябре прошлого года. Не исключено, что в ближайшие дни цены поднимутся и на других сетях.